Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, первым делом, конечно же, заходим на тренировку. Забираем и опять же... отправляем. Это первое, что мы делаем. Так, смотрим здесь, ребят, ну тут рыцарь-маг, он мне как бы не нужен. Здесь у нас 15 на воблера карточек и вот такие награды. Ну что же, давай... Ага. В бой. Ну тут замок, друзья мои. Замок, по-моему, этот у нас прокачан. Если я ничего не путаю. Да, он, по-моему, прокачан у нас. Давай, наверное, сразу же с ползуна начнем. Я его отправлю. Может быть, он успеет сразу бомбануть по замку. Волной. Застал, ребята, волной. И сразу же снесли. Сразу же с тобой... прошли арену. Ну что, ребята, у нас основная сюжетка. Так, это у нас долина подданных. Это последняя долина. Нет, подожди. У нас еще будет нефритовая долина, и после этого будет портал. Ну что же, тут бродяга и рыцарь. Тут бродяга и рыцарь, я думаю, мы быстренько тут справимся. Так, если я, например, вызову ниндзю. Блин, бродяга пошел. Бродяга пошел. Ага, хорош, пацан. Не успел. Рыцарь не успел, ребята, бомбануть мне ниндзю. Хе, фехтовальщик даже сильнее, друзья мои, бродяги. Вот что я хочу сказать. Он его расклепал вообще на изи. Прям моментально. Круто. Значит, фехтовальщик получается чуть ли не один из топовых дамагеров. Выходит так. По-другому я и не могу сказать. Так, здесь крестьянин, да, появляется. Он будет сейчас мне тут нервы компенсировать. Ну что же, тогда фехтовальщик здесь у нас как раз будет в тему. Ай! Джиггернаут нужен. Нам нужен как можно быстрее. Блин! Да уйди ты, говорю, в пень. Достань же, а. Ну вот куда вот он идет? Ну вот куда вот он прет, а? Да, ребята, фехтовальщик ушатывает бродягу только шорох. А просто ни одного шанса не дает ему. Да и ниндзя, в принципе, если бы она его, конечно, видела бы, она бы его разобрала бы на изи также. Потому что бродяга, он, как сказать, он скрытный, да, но... И он очень много наносит урона, но он медленный. Он пока замахнется, пока чик-чик-чик-чик. Ниндзя намного, по-моему, быстрее в этом плане получается. Ну, давай отправим Джаггера. Блин, да ты запарил своим бородавой... Ой, этим... Да я, наверное, сделаю вот так вот. Ползуном, как говорится, мы его уберем. Бля, вот это уже похуже. Все. Докастовался, дурачок. Докастовался. Ну и все, и замок у него без охраны остался. Получается, мы сейчас... Тут его раздеребаним. Проще пареной репы. Ну что, друзья, по-моему, последний, да? А, нет, не последний, предпоследний. Мне кажется, что вот это вообще изичный, ребята, этап получается. Не этап, а изичная сборка противников именно за подданных. Как по мне. Я вообще здесь ничего сложного, ребята, не вижу. Просто ничего сложного нету. Сборка просто халява. Других слов у меня нету. Нет, это, я думаю, не поможет. Хотя... Вот так вот, если мы сделаем, то все. Жрица беспонтова будет там, конечно. Ой!
Не, мы его уничтожим. Бродяга тут не пройдет. Ну а дальше ты сам понимаешь, что... Кто там у них, король будет? Да он вряд ли успеет выйти, мне кажется. Не, вообще без шансов. Просто без шансов. Даже если бы вышел, у меня уже как раз, ребята, клетка была готова. Я бы просто его в клетку поймал бы, и все, он бы там спекся. А, какой король? Король, вот. Ну ладно, бывает. Обознатушки-перепрятушки, как говорится. Давай попробуем этой командой пройти. Король, да, ребят, когда последний босс, вот, всегда на фоне чего-либо. Тут на фоне замка, как ты видишь. Когда... Так, стоп. Ну... Я думаю, так, наверное, сделаем. И теперь я попробую, наверное, деда. Призвать дедка. Бамс! Получил охламонище. Так, жрица не успела захилять. А, вот это вот будет похуже, ребят. Ты смотри, чё, а? Хмырь прошел. Ага, вот, ребятушки, король. Ну, король в оглушении, ребят. Все, ему хана сейчас будет. Ему будет хана. Да ладно, ты... Прикинь, он моего деда ушатал, а? Вот это да. И бродяга тут вообще приборзевший был. Двоих сразу уничтожил, блин. Да. Вот так вот бывает, ребят. Такой нежданчик приплыл. Эльфик. А вот это уже, да, ребят, это уже последняя локация. Так, кто здесь? Блин. Самурай. Наверное, еще копейщик будет, да? Наверное, еще будет истерика. Надо же, без истерики пошел. Давай тогда я БФГ, наверное, возьму. Да ну. Завязывайте там. Устроили мне тандем, блин. Да нет у вас шансов тут против меня выстоять. Не будет, не будет шансов. Все равно промну. И бока наваляю, как говорится, намну. И этап пройду. Едем дальше. Ребята, едем дальше. Второй этап. Всадник на жерле. Вот плохо, кстати, здесь. Блин, я взял не то совсем, что нужно. Ай-яй-яй, ребята, всадник на журавле, блин, это вот только это сможет. Ну, БФГ еще может, но... Вот этого я и боялся. Сейчас будет проминать. Не, ну если, конечно, этот поможет, а он поможет мне, 100% должен помочь. Отхиливай, отхиливай, отхиливай. Служитель. Отхилял. Молодец, красавчик. Ну. Давай-ка мы его к стеночке прижучим. Еще одного служителя возьмем, и будет вообще все прекрасно. Еще и заморозка. Ой. Ой, благодать-то какая. И еще корни. А тут все, шансов у них уже нет, ребята. Мы прижучим. Два служителя любого захиляют.
Мало того, что захиляет, еще и урон она наносит целую кучу. Я еще и третьего служителя успел призвать. Вот и все. Да, проще пареной репы, ребят. Проще пареной репы. Так, переходим на третий этап. Вот Джен. Ну, тут надо, друзья, что-то придумать другое. А, давай, наверное, вот это возьму отряд. С друидушкой, как говорится, да? Ну, и с баллистой. Тут всадник на журавле, то, что нужно нам. И Палыч. Палыч будет держать оборону, надеюсь, достойно. А пока будем клепать с тобой всадника. Будем клепать всадником. Да иди ты в пень, а. Со своей истерикой начал мне тут. Так, ребят, вот Джена надо бомбить. Готов. Вот Дженда выпендривался. Но я тем временем, наверное, сейчас, друзья, позову друидушку. Пускай она идет. Пускай она идет. А, вот Джен вышел. Иди-ка сюда. Да, вот Джена притянули и размотали. Даже крякнуть там не успел. Ну, чё, я могу сказать. Все, ребята, на авансе выкрутились. А где там у Джен? Ну-ка, я его не вижу, блин. А где он там? А, вон он. Вон он, прищелыга, где находится-то. Находился. Давай, 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 ребята, замок, замок, замок бомбим. Нам, как говорится, уже по барабану на его армию, нам надо... Просто разделебанить ему замок, и все. Так, ребят, предпоследний этап до портала. Погнали. Погнали наши вороных. Блин, хотел сегодня Marvel, ребята, записать. Ну, я имею в виду Marvel Strike Force. Там у меня персонаж на открытие. Ну, там получится такая серия короткая, потому что я все задания выполнил только... Наверное, сделаем чистое открытие персонажа, чтобы он был у меня открыт, чтобы я его мог уже в дальнейшем, наверное, прокачивать, если он мне, конечно, понадобится в плане прокачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дай сюда черепашку. Баллиста, давай, бомби, встан его, встан. Загоняй. Черепаху бомби. Ты посмотри на эту черепаху, а. Хана ей. Хана этой черепашке. Так пора, наверное, друидку нам позвать. Чего мы с тобой тут? Вала, как говорится, тянем за одно место. Сейчас друидка подойдет, и все будет ништяк. Сразу, надеюсь, хилочки свои поставит. Успеет. Ну, вроде бы когда. Вроде бы как успела поставить все. А дальше полный, тотальный разбор полетов идет. Так, мне надо, ребят, на кухню сходить. А посмотрите, у меня там курица тушится. Уже прошло достаточно времени. Я еще до... Начало снятия серии ее поставил там. Пускай на медленном огне, но все равно времени прошло прилично. Надо глянуть, а то вода выкипит и будет у меня там угольки. Так, не, вроде все нормально там. Смотрел. Так, ребят, ну что? Против кого? Против богини солнца там или кто? Или бог ветра? Что-то, блин, прозевакал. В принципе, неважно. Все равно размотаю. Кто бы там ни был. Сразу, наверное, будем копить на друидку. Да, у нас паладин намного круче бомбит. Блин, вот вот Джен это. Это хуже, ребят.
Ну, мы можем сделать вот так вот. Плюс баллисту взять. Слушай, у этой череп... Ага, богиня солнца все-таки. Сейчас будет лучшим, ребят, бомбашить. Блин, там еще и Вуджен стоит, оказывается. Ну-ка, где? Так, богиню солнца мы даже напугали ее. Блин, совсем не нравится мне, посмотри. Воу-воу-воу-воу. Ой, друзья мои, тут что-то как-то... Есть, все. Богиню солнца мы, ребята, закатали. Сейчас мы притянем с тобой вудженов тех. Их размотаем. Размотаем хоть? Да должны размотать-то. Единственное, что у нас времени мало осталось. Ребят, я вторую друидку позвал. Блин, 27 секунд. Успеем. 18, 17, 16. Есть. Шикарно, ребятушки. Шикарно. Забираем награды и переходим с тобой в следующий портал. Так. Самоцвет, это хорошо. По-моему, это все, ребята, у нас было. Кроме завода, по-моему. 220-й портал. Ну что, тут у нас территория нежити встречает. Дальше идет долина, точнее, фабрика роботов. Долина захватчиков. Территория нежити. Нефритовая долина. Подожди. Две территории нежити, получается, да? Одна из них 100%, ребята, будет с чумными мышами, скорее всего. Мне так лично кажется. Сейчас будем смотреть. Какая вот это у нас будет? С чумными, конечно, блин, противные локации. Так, голем на голем. Ай-яй-яй-яй-яй, давай попробуем так сделать. Это сейчас кричать начнет психованно, это как всегда. Давай БФГ тогда еще возьмем. Прекрасно. Да, они вот в паре, блин. Вот эта истеричка, блин. Корни. Ну это вот вообще великолепно. На корнях-то мы ее поджарим. На корнях-то мы ее поджарим, как всегда. Все. Все, друзья мои. Песенка их спета здесь. БФГ-хи там такой глаз. Контролирующий красный глаз. Ха. Блин. Это дело дрянь. Прыгун. Ну я не могу сейчас ничего делать. Мне надо, ребята, на палочке копить. Палыч только лишь против прыгуна, наверное, сможет что-то там сделать. То есть вот так вот, да? Погоди! Погоди, 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 погоди! Есть. Оу! Что-то тут как-то в первый раз, чтобы вот такой вот... Такая заваруха, ребят, возле моей прям базы начиналась. Давненько я такого не помню. Вот такой сброд и сборище такое было. Так. Палыч, давай. А смотри-ка, вон, смотри, щитобот, ребята, стоит нормально там. Держит удар, кстати, от этого. Ну, это он без истерики. С истерикой, конечно, он бы размотал его за 3 секунды бы. Моего щитобота. И я бы даже паладина, скорее всего, не успел бы призвать.
А если так, просто без истерики, он, да, держит удар. Тактик завершен, квест. Значит, что у нас тут? Пока тишина. Прыгун, что ли, будет у него тут? Ну, я прыгуна там не... Воу, воу. Когтистый, блин. Он еще и банши сюда отправил. Ну, это засранцы, а, ты посмотри. Мне нельзя, ребята, вот, вот так вот сделать. Мне нельзя подтягивать вот этого когтистого, потому что если у него голова полетит, а она полетит, скорее всего, то он нанесет урон замку, поэтому мне приходится его держать на расстоянии и не использовать здесь ульту. Вот здесь еще можно, потому что здесь далеко и нормально. Как раз банши подтянем. Вот. А здесь, если бы вот он погиб бы, у него голова бы как раз бы долетела бы до нашего замка. И мы просто урон бы ни за что получили. Ты видишь, у него шанс отлета головы очень большой. Соответственно, и риски очень большие. Ну, давайте, ребятушки, поднапряглись там. Есть. Есть контакт. Разбомбишили. И вот так вот. Призовите захватчиков. 75. Уничтожьте роботов 35. Ну, роботов. Будет территория роботов. У нас здесь будет. Блин, опять прыгун. Ну, пора бы, наверное, этот отряд уже вызвать. Здесь против прыгуна хорош вот этот, ребята. Рыцарь-маг. Если он еще как раз вовремя успевает делать отражение, то... Блин. Ладно. Да, видел, как раз через отражение, ребята, мы его и уничтожили. Ну-ка, давай так сделаем. Прекрасно. Сейчас прыгун должен появиться. Да, он появился, но не успел. Он только прыгнул к моему этому репульсору. И сразу мы замок-то ему и уничтожили. А здесь старый дед. Старый дед будет. Угу. Старый дед. Можно, в принципе, знаешь, что сделать? Накопить на ведьму. Я думаю, я успею, наверное, да? Я должен успеть. Ага. Ну, а дальше сам понимаешь. Все пойдет как по маслицу. Давай, давай, я жду, жду, жду. Жду ледяночка. Попал старый пентюх под мою заморозочку. Он попал под заморозку, и, соответственно, мы его там расклепали. А так бы он сейчас начал там дубинкой своей налево и направо крошить моих юнитов. Замечательно. Так, друзья мои, ну а вот территория роботов. 75 роботов нужно тут уничтожить, да? Такое было задание. Поехали, пока и такой отряд сгодится здесь. У него молотильщики будут и щитоботы, так? Ну-ка. Хорош. Нам нужно 350. Нет, не надо нам 350, потому что... Если молотильщик, ребята, погибнет, он, соответственно, уберет и служителя тьмы, и всех прочих. Поэтому лучше големов здесь вызывать.
вызывать големов, потому что если даже пила полетит циркуляра, она уничтожит. Ну вот, БФГшку, видишь, снесла. А голем, голем остался на месте, потому что он более крепкий по хп-хам. Ну, зато по атаке как засранец полный. Есть. В дрибоданище раскручили. Так, ребят, идем на второй этап. Подожди, а у нас что, энергия? У нас только энергия осталась на одном единственном отряде. На топовом. Так, рыцарь маг. И... ну, можно Ронина, в принципе, сейчас запулить. Ой, хорошо, как хорошо. Блин, ну вот это не в тему влез. Не в тему влез, конечно, щитобот. Так бы мы хороший бы урон нанесли бы ему. Во, вторая попытка. Опять он вылазит, а? Да ты заколебал. Ты посмотри, что вытворяет, а? Это вторая пила уже вылетела от него. Есть. Да, Ронин когда выбегает, если он добегает с ультой по замку, ну он четверть сразу сносит. С удара, ребята. То есть три удара и замок просто отдупляется. Так. Ну что у нас тут? Не, ребят, вы как-то не в кассу идете. Ронину достаточно одного удара нанести, ребята, молотильщик, чтобы тот отдуплился. Да все, 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 крышки. Да, тут мы их что-то хорошо разносим. Даже вообще, ребята, никакого, ни малейшего сопротивления против нас у них нету. Но тут хилбот. Да, в принципе... в принципе, и хилбот, мне кажется, здесь не выручит их. Ну да, он отправит щитобота, за ним, получается, пойдет хилбот. Это стандартная схема. Но мы же знаем, что Ронин, он пробивает. Блин, ну, конечно, не в таком состоянии. Я имею в виду в истерике, когда он успевает, ребята, бомбануть. Ой, ну этот-то куда лезет? Давай так сделаем. Засранец. Все-таки свою пилу запустил в меня, да? Ну и все, стоит такой. А сделать-то ничего не может. Сделать-то ничего не может. Он сам за себя постоять не может, ребят. Хилбот это. Так же, как и жрица, кстати. Единственный хиллер, который здесь может за себя постоять, это, по-моему, служитель тьмы. Вот он, да, он может, ребят, и за себя постоять, как говорится, и другим помочь. Так, а у нас что? У нас все, что ли, ребятушки? Даже на последний этап не хватит. Ой, блин. Последний этап, друзья мои, и энергия закончилась. А тут еще и к тому же термин 9000. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.